Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот Bluetooth наушники от Philips SHB2505. Вот так они выглядят, в такой вот самой простой обыкновенной коробочке. Так, здесь у нас Bluetooth 5.0, батарейка надолго хватает, 3 плюс 9 часов. Музыка с басами. Удобно сидит в ушке и микрофон. И давайте ее посмотрим внутри. Какие же они у нас? Так, у нас тут чек. Покупала я его в связном за 4000 рублей со скидкой, без скидки 6000 рублей. Так, здесь у нас на разных языках мира. Что тут у нас? А вот русский. Здесь благодарность у нас. С этой стороны у нас номера телефонов. Здесь у нас меры предосторожности. Тоже на разных языках мира. Сейчас мы найдем русский. А вот русский. Важная информация. Специализация. Вот. Ну, также там Украина. И также сама инструкция, она у нас, к сожалению, на английском языке. Но, в принципе, тут если переводить, то довольно мало. Ну, и, в принципе, и так все понятно, как Bluetooth подключить. Вот где левый, где правый, где он находится, как переключать музыку одним нажатием, двумя нажатиями, как ответить на звонок. Вот, все понятно. И давайте рассмотрим сами наушники. Так, ну у нас тут провод USB, чтобы заряжать. Сам бокс, сюда у нас втыкается провод. Здесь маленькие 4 огонечка. Вот видно. Открывается он легко. Самый обычный, простой. Открывается, открывается. То есть ничего нажимать не надо, можно вот тут ноготком подцепить. Ну, в руке вот в моей помещается, в принципе, вот чуть-чуть остается. Можно его держать даже. Так, также эти штучки, их здесь, они вернее по размерам, L-ка, M-ка, S-ка. Вот. Ну и конечно же сами наушники. Вот так они выглядят, наушнички довольно крупноватые, довольно большие. Вот у меня линейка. Они у нас занимают почти 3 сантиметра. Ой, нажал случайно. Здесь видно. Да, почти 3 сантиметра, то есть в длину, а в ширину где-то сантиметр с чем-то. Также у них здесь силиконовая штучка, она снимается, можно вот тут вот снять. То есть, если вам вот эта вот штучка мешает, то можно полностью их снять. Вот, хорошая кнопочка, она очень легко нажимается, приятная очень.
Из уха они, конечно же, торчат. Вот из моего женского ушка торчат. Мужские не знаю, как ушки. Вот, также она может мигать синим цветом и белым. Также различается элька. Написано это левая, а буква Р правая. Ну, сравним, допустим, с маленькой стёрочкой. Вот она, почти как стёрка. То есть это, ну, для меня это немножко большеватое. Хоть и очень много отзывов, и там написано, что они очень маленькие. Вот, насчёт телефона. Значит, у меня в телефоне Bluetooth 4.1. Он спокойно подключился, спокойненько работает, все хорошо. Причем у них 5.0, то есть в этом нет ничего. Как бы вот это не страшно, что у вас Bluetooth гораздо меньше, потому что я этого не знала. Я думала, что это очень плохо. Так, также подключаются они довольно быстро. Вот он начинает уже искать. Здесь тоже нажимаем. И вуаля, все, они загорелись беленьким, он подключился к ним. Можно слушать музыку, отвечать на звонки. Также, поскольку у нас правый является основным, то разговаривать в первую очередь, когда вы его сняли с зарядки, вы будете по правому именно. А когда у вас правый села батарейка, вы его отправляете в бокс, подключается левый. Вот смотрите, видите, вот тут вот, то есть подключено аудиовызов и профиль какой-то для аудио. То есть он отключается, подключается левый, у левого сейчас закрыто, то есть одновременно они не подключены. То есть левый подключается, и у него как бы тоже передвигаются эти вот штучки. То есть вот так вот. Я этого не знала, немножечко 2 дня походила с ними, все разузнала и сейчас вам рассказываю. Вот, микрофоны здесь довольно хорошие, но нужно разговаривать очень громко. Ну, не очень, но громко. Вот, то есть в айфонах, наверное, тихо. У меня у сестры айфон, она тихо разговаривает. Здесь вот погромче приходится. Вот, у меня телефон Honor 9 Lite, вот они мне подошли, они сдружились, как пишут в комментариях. И также давайте послушаем звук, какой получается у них. У них очень хорошие басы, мне очень понравились. И также очень много комментариев, там также написано, что всем нравятся басы, довольно громкая музыка, за которой не слышно посторонних звуков. И они хорошо вдеваются в ушко, также тоже на улице не слышно ничего практически. Вот, то есть они очень хорошие, звукоизоляция в ушке прям вообще просто шикарная. И мне иногда кажется, вот оденешь в одно ухо, как будто находишься наполовину на Марсе, как будто половина мозга не соображает. Какая-то становишься более растерянная, не замечаешь много. Вот, кстати, напишите в комментариях, у кого так же. Может быть, я не знаю, я надеюсь, что это со временем пройдет. Очень надеюсь. Так, давайте сейчас послушаем. Даже вот просто они лежат, и музыку слышно. Довольно хорошо слышно. Я надеюсь, что у вас наушники хорошие, и вам было слышно басы. Давайте послушаем еще другую музыку. Надеюсь, что вам было слышно. И также ее вот
она отключается просто одним нажатием и срабатывает довольно быстро. Ждать долго не нужно. Также давайте посмотрим с вами наушник. Вот так он выглядит. У него здесь кнопочка такая. Ну и сам бокс, в принципе, вы видели. Давайте попробуем их вставить. Вот сразу загорелось. Когда батарея садится у бокса, она исчезает. Одна палочка, там вторая, третья. То есть, в принципе, его надолго хватает. Ну и также я напишу в комментариях, как надолго хватает на прослушивание музыки, сколько часов уходит. Все это будет потом описано в комментариях, когда я уже им буду пользоваться основательно. Также иногда бывает, сползает вот эта вот силиконовая штучка, но я пробовала, они все равно как бы залазят туда нормально и заряжаются. То есть то, что она сползла, в этом нет ничего страшного. Здесь по-другому никак не поставишь, вот. Благодаря вот этой вот штучке она хоть ставит их правильно. Также они примагничиваются. Вот. И все. Также, кстати, меня очень удивило на самом деле в телефоне. Вот здесь видите Bluetooth, рядом с ним маленькая батарейка. Эта батарейка означает, что что эти наушники, они заряжены. Если вы пользуетесь одним наушником, то она показывает также. Он у вас разрядился, вы можете на телефон посмотреть. О, разрядился, все. Отправляете его в бокс, достаете другой, уже заряженный. То есть их можно менять по очереди. И, допустим, спокойно быть на связи. Вот, я замечала, ну, где-то без музыки его хватает почти на целый день. Вот. Когда он разряжается, девушка по-английски что-то говорит. Вот, то есть вот так вот происходит все. Я думаю, я все сказала. Надеюсь, что я все сказала. Вы напишите в комментариях свои вопросы. Я обязательно на них отвечу. Я отвечаю на каждый комментарий. Вот. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Я очень жду ваших комментариев. Очень ценю каждый ваш комментарий. Вот. Также смотрите мои другие ролики, мои влоги. Как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем. Моему сыночку 2,5. Также смотрите обзоры на продукты из FixPrice, из других магазинов, обзоры на технику. Их там тоже довольно много. И также пишите в комментариях, что не хватает на моем канале. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.